сети активно осуждают огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского, на котором он проехал вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Видео в интернете разместил журналист Александр Гончаров. На кадрах запечатлена поездка Зеленского с Нетаньяху, сопровождаемая несколькими десятками охранных машин со спецсигналами. Известно, что политики возвращались в Киев после посещения мемориала в Бабьем Яру, где во время Великой Отечественной войны пособники нацистов расстреливали советских граждан. Граждане Украины были возмущены размером кортежа. Один из пользователей сети задался вопросом, где же велосипед президента. Таким образом, он намекнул на предвыборное обещание Зеленского отказаться от кортежей в пользу двухколесного средства передвижения. Некоторые украинцы удивились и не поняли, цитата, «к чему такие понты?». А один из пользователей интернета заявил, «вот вам ваш слуга народа во всей красе». Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько считает, что таким образом президент Украины показал, как на самом деле он любит власть. Ну, видимо, у Зеленского уже заканчивается запас срочности в том смысле, что он уже перестает потихонечку играть роль голоборотика. По большому счету, он и раньше никогда им не был, но он добросовестно его играл перед выборами и некоторое время после выборов. Ну, а сейчас он показывает, насколько он действительно крутой, насколько он любит власть, особенно перед таким человеком, как Нетаньяху. Конечно, это не очень помогло в том смысле, что жена Нетаньяху все равно смертельно оскорбила все население Украины, фактически выбросив и в каравай, которые служат обычно знаком «добро пожаловать». Но в любом случае могу сказать, что граждане Украины испытают еще много разочарований в своем новом президенте.